Привет, всем привет. И сегодня многие у нас спрашивали, покажу свой конкурсный манеж. И вы на канале КСК Хорстар Шляй. Мы сегодня откроем. Манеж начинается тут, конкурсный. Тут хоть и темно, но тоже хорошо. Красные бортики. Есть еще наполнитель. Это наполнитель. Это, короче, песочек для умывания шиншилл, там хомяков и все такое. Бревнышки. Это препятствие кроссовое. И тут есть еще термометр. Вот. Сейчас у нас температура 60 холода. Он тут стоит. Самое нижнее, по-моему, из такого деревянного. Штучки. Всякими гвоздиками прикреплены. А такие механизмы, на которые дверца вот так двигается. Вот. Теперь закрываем дверку. И покажу я вам теперь выставку, которая находится вон там. Два. Три. Па-ра-ам. Вот весь наш манеж, как он выглядит. Тут поместится. Смотрите, одна лошадь. Если тут лошади много места, поэтому это очень хороший манеж. Тут у нас нарисованы скалочки, такие маленькие бортики, но очень классно. И тут плюс свет. Регулировать. Так, тут совочки для самой панели. Тут бичик, корда и самая классная новая вещичка. Это вот такой. Короче, это у нас ступеньки. Да. Так, садненько. Тюк-тюк-тюк. Пим. Поехали. Вот, очень классная вещь, всем рекомендую. У меня есть две такие, вторую я еще не нашла. Ее поставим в конкурс. Одна будет пустой. Вот так. А еще на входе у нас чуть-чуть дверь порвалась, но нормально. Тут может вообще много лошадей пройти. Вот возьму, например, Грацию. Дверка вот так свободненько открывается. Только она вот так не открывается, но придержит. И лошадь так спокойно заходит. Дверь закрывается. Также лошадь спокойно может выйти. Ой. Так, вот. И тут еще есть такая наклеечка, она не прилипает. Выездка. Это обозначает выездковый манеж. Наклеечки небольшие с Нового года остались. Но они не мешают там никак. Вот. Наполнитель тот же самый, но тут в некоторых участках добавлен этот, который в конкурсном манеже, только вот этот обычный. Шиншилл. А тут еще есть, который используют прям на конюшне. Короче, тут два сорта опилок. Очень цельный грунт. Сейчас я вам покажу, вот который там. Ну вот. И вот этот. Вот. Но он нам очень нравится, этот манеж. Ну, и всем. Ну так, ну что, всем спасибо за просмотр. С вами прощается канал КСК Хорстар и Шляй. И Аннабель. Вот, Аннабелька. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.